Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале «Счастье есть». Сегодня я предлагаю вашему вниманию видео «Пустые баночки». У меня набралось их достаточно много. Расскажу обязательно, что понравилось, что нет. Давайте приступать. По традиции мы начинаем с хозяйственного отдела. Закончилось у меня вот такое средство для стирки детского белья. Эффективное очищение, деликатная стирка. 2 в 1 с аромакондиционером. Здесь 1,5 литра. Такое средство продается в фикс-прайсе, стоит 99 рублей. Средство без цвета, с приятной легкой отдушкой. Отдушка очень интересная, немного фруктовая, и легкие нотки пудры тоже присутствуют. Далее я вам покажу средство для мытья посуды. Это вот такой вот Биолан, апельсин и лимон. 77 рублей в том же фикс-прайсе, вы можете его приобрести. В этот раз отдушка действительно цитрусовая. Обычно берешь Биолан, например, с ароматом лаванды, и лавандой там не пахнет. Здесь же, да, действительно, апельсин, лимон, все как я люблю. Я вообще цитрусовые очень люблю. Средство классное, до двух раз гуще. Да, оно густое, моет очень хорошо и в горячей, и в холодной воде. Это мой фаворит среди средств для мытья посуды. Здесь 1 литр 200 миллилитров. В этот раз мы приобретали Фейри, также для мытья посуды, нежные руки, ромашка, витамин Е. Подходит для мытья игрушек, фруктов и овощей. Здесь 450 миллилитров. Отвратительная отдушка, больше не приобрету. Мне очень нравится Фейри яблочный, но вот этот с ромашкой, это просто что-то с чем-то воняет на весь дом, это невыносимо. Поэтому больше не возьму и вам не рекомендую. Хотя моет, как всегда, на высоте. Действительно густое средство и справляется со всеми загрязнениями на ура. Ну а душка это точно нет. Еще одно средство для стирки. Это вот такой гель мультиактив. Также продается в фикс-прайсе. Здесь идет у нас смена аромата. Аромат яблока после стирки, аромат манго во время носки. Подходит для всех видов ткани, 1,4 литра. Честно, вообще не понравилось. Да, после стирки яблочком пахнет вкусно. Но во время носки запах отвратительный. Это не манго, это никакие не фрукты, ничего. Это какая-то такая, знаете, запах затхлости, что ли. Вот когда вещи долго-долго лежат, их никто не трогает, не носит, не проветривает. И вот появляется неприятный запах. Вот как раз этот гель дает вот этот вот запах старости. Поэтому не рекомендую, мне не понравилось. Хотя стирает гель хорошо, но вот этот запах это что-то. Еще один гель такой же, только здесь немного другие ароматы. После стирки это морозная свежесть, а во время носки летнего утра аромат. Вот здесь немного запах, конечно, получше. Хотя больше я их приобретать не буду. Не понравились в целом. Так, закончилось еще вот такое средство для мытья стекол и зеркал. Люпин с ароматом ириса, 750 миллилитров. Ну, что могу сказать. Средство слабенькое. Это также фикс прайс, по-моему, 55 рублей. Мало того, что остаются какие-то разводы на стеклах, так еще и вот этот дозатор частенько ломается. У меня он сломался, этот дозатор, он больше не брызгает, поэтому я переливала средства в другую бутылочку, но не рекомендую. Чистит плохо, плюс вот эта вот поломка дозатора неприятна. С хозяйственным отделом, по-моему, мы все уже закончили. Давайте приступать к более интересной части видео. И начнем мы этот раздел вот с таких влажных салфеток. Производитель Lavoulard, надеюсь, правильно прочитала. 96 салфеток здесь в одной упаковке. Не содержит спирта, без запаха, без липкости. Да, действительно, ничем не пахнут, липкости нету никакой. Я приобретала эти салфетки на Валберис. И там они стоили, по-моему, упаковка из 3 таких вот пачек. 289, что-то типа того. В общем, не так уж и дорого. Салфетки действительно хорошие. В составе чистейшая вода, алоэ вера, глицерол, сорбитан, каприлат из кукурузы и кокосового масла, ксилит, лимонная кислота, оливковое масло, касторовое масло.
Ничего страшного в составе нет. Единственное, что могу сказать. На раздраженную кожу все-таки немного пощипывают эти салфетки. Поэтому деткам, у кого есть опрелости на попах, лучше, конечно, пользоваться обычной водой. Дальше мы с вами посмотрим гели для душа. Сенсос «Сокровище зимы». Очень приятный аромат. Это малина и ваниль. Здесь 500 мл. Все мы знаем, эти гели для душа густые, хорошо пенятся, смываются тоже, все замечательно. В общем, здесь Avon, как всегда, на высоте. Рекомендую, берите, не пожалеете. Еще один гель для душа, Le Petit Marseillais. Здесь белый персик и нектарин. Также гель для душа очень хороший. Легкий, тонкий аромат персика, вообще шикарный. Больше всего мы, конечно, любим клубничный от Le Petit Marseillais, но и этот один из наших фаворитов. Здесь же покажу вот такой пенящийся скраб. Я его использовала и как гель для душа. 200 мл с ароматом арбуза. Нет, арбузом здесь и не пахнет, хоть, конечно, запах и приятный. Это Евролайн Косметик. 200 мл. Можно приобрести такое средство в фикс-прайсе, кто любит скрабы в виде гелей для душа и наоборот гели для душа в виде скрабов. Вот два в одном. Вполне можно, в принципе, приобрести, но мне не понравился. Далее я вам покажу немного шампуней. Вот такой вот от Palmolive. Свежесть и объем. Шампунь 2 в 1 с кондиционером. Зеленое яблоко, цитрус. Шампунь для жирных и нормальных волос. Я его брала для дочери. У нее волосы жирные. Ну, могу сказать, что слабенький. Конечно, пахнет вкусно, приятно, яблочком. Но волосы все равно у дочки уже на следующий день после него необходимо было мыть. Так, что еще покажу вам? Вот такой шампунь Herbal Essences, белый, грейпфрут и мята. Объем 90% натуральные ингредиенты, не содержит парабены, красители, силиконы, парафины. Это моя любимка. Мне очень понравился этот шампунь. Здесь 250 мл. Теперь хожу по магазинам, ищу, где он есть по акции, чтобы взять себе повторно. Классный шампунь для сухих волос, подходит просто идеально. Волосы после него гладкие, мягкие. Ну, в общем, не могу больше ничего сказать. Шикарный шампунь. Далее фикс прайс. Вот такая новая линейка от Фитокосметик. Это свежая косметика. Видела такую линейку и в Ашане, и в других магазинах. Хороший шампунь, вот этот кокосовый, мне понравился. Он не содержит консерванты, упакован под вакуумом. Этот шампунь необходимо израсходовать за месяц. Далее он начинает портиться. Но в целом мне понравился, ламинирующий. Закончилась вот такая пена для душа с ароматом франжипана и бамбукового молока. Здесь было 200 мл. Такие пенки хороши, если их брать с собой, например, в фитнес-клуб. Вполне можно, чтобы не таскать мочалку, не загружать, не перегружать свою сумку, лишнего с собой не брать. Вот эта пенка просто идеальна. Я ей пользовалась после занятий спортом дома. Быстренько намылилась без мочалки и все. Потому что на мочалке такие пены не будут пениться. Имейте в виду, эти вещи для тех, кто все-таки любит заниматься спортом. Да, нормальная пена. Аромат приятный. Не всем, конечно, такие вещи понравятся, но я иногда такие беру. Покажу еще вот такой бальзам. Глискур. Укрепление. Магическое укрепление, жидкий протеин, роскошное масло для ослабленных волос. Не понравилось. Слабенький уход. Я бы предпочла что-нибудь более сильное. Например, вот такой кондиционер. 1 минута от Dove. Интенсивное восстановление для очень поврежденных волос. Вот эта вещь действительно классная. Я приобретала в фикс-прайсе. Они у нас висели на кассе. Стоили всего лишь 77 рублей. Здесь 80 мл. Мне хватало, ну, раз так на 5-6 применений. Вместе с маской, с моей любимой, вернее, с маслом. Так, из фикс-прайса, также от Фитокосметик. Давайте я вам покажу эти маски и масла. К примеру, вот такая маска органовая для роскошного объема. Свежая косметика. Здесь также имейте в виду срок годности
После вскрытия всего лишь один месяц. Приятный аромат, работает хорошо на моих сухих волосах. 180 мл, все замечательно. Вот с этим кокосовым шампунем вместе я использовала вот такую маску, кокосовую, ламинирующую. Тоже претензий нет, совместно вот с кондиционером Outdove, все замечательно. Так, и еще я вам покажу вот такую маску, репейную. Вот она мне вообще не понравилась. Волосы после нее были сухие. Это была мочалка непонятная. В общем, я даже вон до конца не израсходовала. Что-то там осталось на донышке. Я решила все-таки выкинуть. Не хочу я портить свои волосы этой маской. Лучше взять масло репейное. Вот в ведерке, в Фикспрайсе продаются. Да и практически, наверное, во всех магазинах можно их найти. Вот они хорошие. Также в Фикспрайсе вот эту кокосовую серию я взяла всю. И шампунь, и маску, и бальзам ламинирующий. Также с кокосом. Бальзам неплохой. Можно брать. Мои родственники до сих пор считают, что моя дочка в 13 лет еще ребенок маленький. И на один из праздников, по-моему, это было 8 марта, ей подарили вот такой шампунь «Принцесса». Волшебные локоны, легкое расчесывание, без слез, масло органа, питание и увлажнение. Очень вкусный запах яблока. Вот яблочком пахнет зеленым, просто шикарно. Но какая принцесса на жирные волосы, которые уже вот... У дочки уже идет половое созревание, и уже как бы такие шампуни, ну, слабовато, слабовато для нее. Ну, хотя вот мы его все-таки израсходовали. Так, что еще вам покажу? Покажу вот такой скраб-коктейль от Parly, тонизирующий. Это моя любимка. Но опять же, из-за моей атопии про скрабы мне теперь придется забыть. Хотя я обожала ими пользоваться. Очень вкусно пахнет. Здесь и клубничка, и черная смородинка. Скраб этот сахарный, хорошо скрабирует кожу. В общем, конечно, никаких претензий. И запахи обалденные. Этот скраб вы также можете приобрести в Фикспрайсе. Стоит он недорого, по-моему, 99 рублей или 77. И там несколько вариантов. Все эти скрабы шикарные. Точно их рекомендую. Дочки берем где-то вот примерно, наверное, с одного года. То есть уже лет 12. Это вот такой спрей для облегчения расчесывания волос от Avon. Здесь 200 мл. Здесь у меня вариант с манго. Есть еще яблочко. И нам нравится, но опять же из-за того, что дочке идет уже половое созревание, волосы стали жирными, и вот такие средства уже не подходят. Поэтому, наверное, взяли в последний раз. Покажу вам еще... Вот такое средство для интимной гигиены. 200 мл. Урьяж. Мне очень понравилось. Так, ежедневная интимная гигиена для женщин, для тела, чувствительной слизистой оболочки. Мягко очищает, освежает, не нарушает микрофлору. Протестировано под контролем гинекологов. Без мыла, без парабенов. Физиологический pH гипоаллергенно. Произведено во Франции. Средство хорошее, хоть и не дешевое. Можно приобрести в аптеках. Я брала на Здравсити. Мне понравилось. Хорошее средство. Расход экономный. Напоминает по своей текстуре средства от Avon. Тоже для интимной гигиены. То есть это прозрачный гель. Достаточно густой. Хорошо моет, хорошо смывает. Ну, замечательное средство. Мне понравилось. Последний раз, когда делала заказ в Avon, мне положили два вот таких пробника. Это детская серия с 0 месяцев. Можно пользоваться. Средство для купания и детский крем. Крем с экстрактом ромашки и алоэ. Крем хороший, мне понравился. А вот это средство одушку имеет очень яркую, парфюмированную, мне кажется, для деток, новорожденных. Агрессивная одушка. Нет, не советую, не рекомендую. Покажу вам вот такой лосьон для тела. 100 мл. Когда-то приобретала в Dixie, по-моему, да. Неплохой лосьон, хорошо впитывается, запах приятный, можно брать. Моя любимка — это крем-баттер, вот такой вот для тела, питательный, без парабенов и силиконов.
Активные ингредиенты – это органическое масло какао и миндаля, экстракт лайма и карамбалы. Очень приятный цитрусовый запах. Крем густой, наносится равномерно. Никаких нет разводов. Все замечательно. Обожаю этот крем. Последний раз я его брала также в Алберис. И осталась, как всегда, им довольна. Покажу еще вам вот такую умывалку. Синдо. Это Казань, Парли. Можете приобрести в Фикспрайсе. Очень классная умывалка. Именно это для сухой кожи с экстрактом авокадо и с маслом авокадо и экстрактом кактуса. Здесь объем 300 мл. Стоило, по-моему, 77 рублей эта умывалочка. Все замечательно. Вообще шикарно. Тушь смывает с первого раза. Никаких претензий. Мне понравилось. Сейчас я взяла такую же умывалку, только от пигментации. Вот пользуюсь ей. Там запах вообще бомбезный. Пахнет персиком. Вообще просто супер. Мне понравилось. Еще покажу вот такое крем-мыло жидкое от Аура. Антибактериальное детское. Брала его для сына. Мыло хорошее. Приятный запах. Пахнет жвачкой. В общем, мне нравится. Тоже рекомендую. Хорошее мыло. Так, давайте я вам покажу кремы для рук, которые у меня закончились. Первый вот такой вот от Avon. Гавайские цветы гибискуса. 75 мл. Очень хороший крем. Легкий цветочный аромат. Для лета очень хорошо подойдет. И, в принципе, рекомендую. Все замечательно. Еще покажу вот такой крем для рук спа. Уход, смягчает, питает, разглаживает кожу. 75 мл. Вот на этот крем обратите внимание. Действие у него очень хорошее. Все замечательно. Несмотря на то, что тут написано лаванда, запах у него далеко не лаванда. Мне напоминает также персик. Очень вкусно пахнет. Но этот крем очень жидкий. Как только я им начала пользоваться, даже несколько раз получалось так, что я пачкала им в ванной все что угодно. Капала и на раковину, и на пол. Потом вроде приноровилась. Но я бы повторила, если бы не такая жидкая консистенция. Это прям вот кефир. Дальше покажу вам дезодоранты. Моя любимка. Вот такой вот. От Avon. 48 часов защиты, 75 мл. Этот дезодорант унисекс, он не имеет запаха, подходит как мужчинам, так и женщинам. Концентрированный, хоть и 75 мл, но хватает его надолго. Примерно настолько же, насколько хватает вот такого дезодоранта от Rexona. Комфорт и контроль. До 3 раз эффективен. Здесь 96 часов защиты. Ну, конечно, во все мы это не верим. Дезодорантами надо пользоваться каждый день. И обязательно на чистой подмышке. Здесь объем 150 мл. Если честно, этот мне не очень понравился. Если здесь никаких следов не остается, здесь же белые следы, все в наличии. Поэтому вряд ли я его еще раз приобрету. Далее я вам покажу вот такую маску, скраб для лица, который не содержит СЛС и парабены. Это моя любимка Планета Органика. Берите, не пожалеете. Зеленые оливки. В общем, шикарная. Вот эта упаковочка рассчитана на 10 применений. Мне хватало даже больше. Здесь объем 100 мл. Лицо после этого скраба мягенькое. Все замечательно. Никаких ни раздражений, ни покраснений. В общем, берите. Точно я вам рекомендую. Ну, раз уж мы заговорили о лице, вот такой вот крем вокруг глаз у меня закончился от Nivea для чувствительной кожи с маслом виноградных косточек. Обычный крем 15 мл. Ничего особенного. Я никакого эффекта прям не заметила. Да, увлажняет, ну и все. На этом все. Не разглаживает, ничего такого не было. Так, закончился у меня вот такой крем-масло. Авокадо для лица питательное. Это также свежая косметика, фитокосметик. Не содержит консервантов
Если вы приобретаете такой крем, имейте в виду, его надо использовать за месяц. Поэтому под конец месяца я уже мазала его не только на лицо, но и на все тело. Я его израсходовала. Да, здесь 50 мл. Приятный легкий аромат. Пахнет авокадо. Увлажняет очень хорошо лицо. Ну и на этом как бы тоже все свойства его заканчиваются. Ну, для меня увлажнение, в принципе, это самое главное. У меня кожа сухая. Покажу вам еще вот такую маску альгинатную. 99 рублей. Вот видите, в Фикспрайсе можно ее приобрести. Заполнение морщин, антипигментация, заряд энергии. По поводу антипигментации ничего вам сказать не смогу, потому что, мне кажется, одного применения для этого маловато. Произведена она в Корее, но увлажняет очень хорошо, как и все альгинатные маски. Главное, что я успела ее нанести на лицо, потому что я как-то приобретала маску, которая у меня очень быстро затвердела, еще в самой емкости для размешивания. Я ее практически не успела нанести на лицо, это были какие-то куски, шматки. Здесь же все замечательно. Так, еще вам покажу вот такое масло. Соцветий василька. Я его приобрела, по-моему, в Ашане. Стоило, но достаточно недорого. По-моему, даже 100 рублей не стоило. Здесь 25 мл с витамином Е. Омолаживающее для кожи вокруг глаз. Это масло у меня еще не закончилось. Я вам показываю только коробочку от него. Внутри обычный пузырек с дозатором. Таким вот капельным. Масло хорошее. Действительно разглаживает кожу вокруг глаз. Все замечательно. Ни раздражений, ни покраснений не вызвало. В общем, я его рекомендую. Вот это средство действительно антивозрастное. Ну, я думаю, и молодежи тоже можно. Особенно сейчас летом, когда солнышко ярко светит. Мы все щуримся. У нас появляются эти гусиные лапки. Поэтому можно пользоваться. Далее я вам покажу вот такое средство для ног. 75 мл. Это крем с ароматом апельсина и корицы. И также с витамином Е, это Avon. Очень хороший крем, но здесь Avon, как всегда, на высоте. Кремы для ног у них шикарные. Потихонечку мы с вами заканчиваем. Сейчас я вам покажу зубные пасты. Вот такая. Захотелось мне ее попробовать. Увидела ее в Галамарте. Это индийский производитель. Не содержит фториды, парабены, триклозан и формалин. Зато содержит СЛС. И настолько его там много, что эта пена лезет изо всех щелей, пока почистишь зубы, раза три сплюнешь эту пену. Не понравилось. Не возьму ни за что, больше не хочу. Индийские зубные пасты, по-моему, какая-то фигня. Так, то, что понравилось, это сплат. Комплексный уход и защита от налета. Биоактивная зубная паста с натуральными ферментами и эфирными маслами лавандина и бергамота. Приятный аромат, 80 мл, по-моему, 99 рублей я беру ее в фикс-прайсе. Хорошая паста, точно могу рекомендовать. Также я вам порекомендую вот такой вот Абсолют, антибактериальная, для защиты от бактерий и для здоровой белизны. Паста отбеливающая, имейте в виду, часто такой пользоваться нельзя, но мне понравилась, хорошая. И также не содержит фтор. Паста гелевая. Сын мой пользуется вот такой зубной пастой, гелевой, без фтора, от Силкомед. Мы ее обожаем. В комплект к этой пасте идет зубная щетка. Здесь 65 грамм, 77 рублей, фикс прайс. Далее я вам покажу мыло обычное, туалетное, кусковое, вот такое вот, от целебной травы с лавандой. Мыло не понравилось, оно превращается в квашню. Объем здесь 160 грамм. Запах, ну, лаванда и лаванда, ничего как бы такого особенного. Это мыло с какими-то вкраплениями, такой, знаете, легкий скраб, легкий пилинг, но ничего особенного. Мыло это я купила уже давно, уже, наверное, больше года назад лежало у меня в загашнике. И, знаете, пока оно там лежало, оно все ссохлось. То есть оно должно было быть на всю упаковку, большой такой кусок, но по факту его стало, ну, на треть меньше, так точно. Так. Еще закончилось вот такое туалетное мыло, экологически чистое, 90 грамм. Мне кто-то его подарил на 8 марта из родственников. Не понравилось это мыло. Тоже какая-то квашня. Запаха никакого особого не было.
Просто обычное мыло, и все. Не хочу, не больше не возьму. Что я точно взяла бы, повторила и не один раз, так это вот такое мыло. Это Avon Senses, небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. Вкусно пахнет, мыло белого цвета, кусочек небольшой, 75 грамм, но зато никаких к нему претензий. Запах, кстати, держится до самого конца. Мне вот это нравится очень. Бывает, возьмешь кусочек мыла, оно первые 2-3 дня пахнет, а потом все. Здесь же все замечательно. И что я вам точно порекомендую? Вот такое мыло от Johnson Spirit No. 100 грамм кусочек, детское мыло. Очень хорошее мыло. Берите, не пожалеете. Так, ну у меня осталось 3 позиции. Давайте я вам сначала покажу. Должно было быть в хозяйственном отделе, но вот лежало на дне пакета. Вот такой вот пятновыводитель. Экологически чистый продукт. Мистер Дес. Беру уже не первый раз. Он без хлора, с активным кислородом. Все замечательно. Мне очень нравится. Так что рекомендую. То, что я, наверное, больше не возьму, но не понравилось. Ну, что, вообще как-то мне в последнее время Нивея не нравится. Тает. Этот бальзам даже вот сломался, пришлось его обратно вставлять. В общем, решила выкинуть, не хочу я больше с ним заморачиваться. На губах белым налетом каким-то непонятным остается. В общем, не хочу. И закончим мой выпуск на хорошей ноте. То, что мне очень понравилось, это вот такой вот аромат Pure Blanca от Avon. Именно вот с таким розовым колпачком. Мне нравится классика с белым колпачком. Но вот это тоже шикарный запах. Цветочный. На лето просто идеален. Кто любит обычную пюрбланку, это вам также понравится. В принципе, вот они, мои пустые баночки. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, оно было для вас интересным и полезным. Не забывайте, пожалуйста, ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Всем пока-пока.